оперы Купола. Дело тоже много лет, между обитателями бродят легенды о призраке оперы, таинственном мрачном силуэте маски, которого то и дело замечают в мостках кулис, в узких коридорах между бухгалтерами, толпе статистов. Служащие театра часто вздрагивают, заслышав чьи-то шаги в темноте, а призрак, он будет чувствовать себя полноправным хозяином театра. Вы совершаете большую ошибку, господа.